Внимание! Красная зона. Тема проведенного брифинга говорит сама за себя. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области неумолимо растет. Представители администрации здравоохранения находятся в недоумении от безответственности жителей региона к своему здоровью. Вот понимаете, у нас русский человек, он всю жизнь живет по принципу авось. Вот те, которые прививаются, они говорят, авось поможет. Те, которые не прививаются, говорят, авось пронесет. Не пронесет. Прививаться нужно. Пока мы все вместе 90% не привьем, это будет весьма проблематично остановить эту инфекцию. На сегодняшний день в области также проводится вакцинация от гриппа. Количество привитых от гриппа в разы больше прошедших вакцинацию от коронавируса. И это несмотря на печальную статистику по заболеваемости COVID-19. 23 августа получили вакцину 633 тысячи, да, для населения области грипп. И сейчас, на сегодня, мы ее привили всю. 630 тысяч человек от гриппа за месяц. За 8 месяцев вакцинации от ковида 920 тысяч. Ну, нонсенс какой-то. При гриппе смертность в 13,5 раз при сопутствующей сердечно-сосудистой патологии ниже, чем при ковид-инфекции. Медики уже устали повторять, что для победы над пандемией, которая бушует полтора года, необходимо выработать коллективный иммунитет. В этом поможет только вакцинация. Только вакцинация и те, кто переболел, и кто еще не переболел, слава богу, она позволит выйти на эту подготовленную фазу на хорошем пике формы. Нам надо с вами подвести наше население на этом пике формы встречи, неизбежной с ковидом. И от того, как мы подведем его к этому пику формы, мы получим результат. На сегодняшний день для больных новой коронавирусной инфекции стационарные койки развернуты в 30 медицинских учреждениях. Общее количество мест насчитывает более 7,5 тысяч. В опасном положении остаются лица в возрасте старше 65 лет. Также отмечается рост заболевших младшего возраста. Валентина Конышева, Марина Забудько, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».